Сегодня 18 сентября. Температура воздуха 27 градусов. Температура воды по ощущениям градусов 18. То есть такая прохладненькая вода. Сегодня мы, по всей видимости, закрыли сезон купальный этого года. Ну, сходили, прогулялись. Сейчас идем назад в сторону пляжа. В сторону городского пляжа Фароса. Муниципальный пляж, скажем так. Народу сегодня на нем достаточно много. Вот оттуда мы пришли, из того домика с лифтом, идем дальше. Собственно говоря, пляж уже почти закончился, вот он